Мама говорила, учись. Потом как найдешь. Ага. Улица готовилась, сюрприз. Кто? Рядом друзья найдешь. Ну так и что? Есть люди же учителя. Каждый из них был прав. А чё? Жизнь всё-таки повела нас не туда. Кто виновен? Вся жизнь на блюде. Просто отдайте мне аттестат. И больше духу моего, блядь, ни в коем случае. Но ты тогда был с ней, а я был дурак. Все решилось быстро. Кто виновен? Кто виновен? Братишка, высади здесь. Прямо возле школы, высади. А что, сегодня день встречи выпускников? Да не, аттестат надо забрать. Так кто виновен? Так кто виновен?